представляем двухподвесный велосипед Cannondale Bad Habit 3 2018 модельного года. На байк установлена рама SmartForm C1 Alloy, а также надежная вилка RockShox Spyker K 120 мм. Надежная трансмиссия с количеством скоростей равным 11 позволит легко преодолевать любые рельефы местности. На байке стоят тормоза типа гидравлико-дисковая. Велосипед Cannondale Bad Habit 3 укомплектован колесами с диаметром 27,5 дюймов с хорошими покрышками Maxxis Recon 3C – удачный вариант в соотношении цена-качество. Катайтесь в удовольствие!